По драфту моя команда хочет победить. Судя по драфту. Ваша очередь выбирать героя. Так, фантомка плюс аппарат, понимаю. Ну все, берем игрока и поехали. Опа, Мипоридзе, блять. Блять. Неужели бустер? Неужели, блять, бустер? Ёбаный в рот. Может, нулик купить себе? Сразу сходу. Сразу сходу нулик себе взять. Надо себе, короче, затарить на дэмэдж закуп, потому что я в любом случае не планирую с ним пиздиться. Ну, точнее, ну, он мне хп не будет отнимать, поэтому я буду почти всегда фуловый. А я себе ботл куплю фасту. Короче, да, такое. Ну, ладно, против на самом деле Мипаря Глиширак хороший герой, учитывая агоним. Вот. Так. И так, еще вот затаримся. Ну все, я думаю, что этого мне хватит, чтобы ласт-хитить, плюс получить быстрый этот. Фарт не взял, блин. Сюда. Бля, даже не знаю, куда этот вард поставить. О, да. На сей раз дело в шляпе, друзья мои. Какой-то ультра-кэжуал дефолтный вард не хочется ставить? Тридцать секунд до начала сражения. Сука, дай бабки, тварь. Чел уже трентами своими полз, чтобы это. А, он случайно курьера не может убить. Дайте я сюда поставлю курьера, похуй, не буду. Не буду жадничать, знаете, там два, блядь, две копейки рейнджа. Погоды точно мне не сделают. Битва начинается. Я же тебе помогаю. Чё ты сышь? Сыч, ёпта. Бил бы эту фантомку, больше дэмэджей нанес. Заебись. Ну хотя бы не мипа сделал ТБ. Уже неплохо. Понял. Найса, конечно, он пуфу юзает. То есть он не добивал, но он пуф юзнул. Охуеть не встать. То есть ты не добивал, но пуф решил юзнуть. Хорош. Ай, блядь, вышка, иди нахуй, честное слово. Ну нормально, в принципе, похуй. Как раз плюс-минус доезжает по таймингу. Вашу нижнюю башню атакуют. Но он ни одного рейнджа не заденаил. Да что за хуйня? Почему я не могу ударить?
своими дюсками дальнего добил. Да. Он такой, знаете, недушный мипарь, который что-то там пытается все динаить. Он недушный мипарь, который пытается все динаить. Ну такой, знаете, обычный casual мипа. Максимально такой. Добродушный, да, так сказал, знаете? Добродушный мипа. Я бы это так назвал. Так. Стики еще по-хорошему, конечно, надо купить. Но с другой стороны, тратить бабки на стики, что так впадло. Здесь наверху руна. Ой-ой-ой-ой-ой, какая руна. Какая приятная руна. Ладно, стики могут даже один раз жизнь засейвить, это уже будет пиздец как выгодно. Мне по-любому придется играть плюс-минус активно. Да, ебать, я, конечно, наделал делов с одной руной волшебства. Пиздец. Прям я ебу. Но я бегу, конечно, наверх, но мне кажется, я там... У меня маны может банально не хватить. Не знаю, мы это лайм проебали, серьезно. Я ничего не сделаю без маны. Поэтому я попиздовал отсюда. Заберу баунти. Стакну. О, ебать, реген нашел, охуеть. Вашу центральную башню атакуют. Возможно, стоит прям рашить огонь, как вариант. Без тревелов, без тревелов играть, как вариант. Но, блядь, без тревелов играть, это ж, ну, вообще шок-контент.
максимальный шок контент. Надо так, потому что я... Чел такой вообще походу типа, о, а там шо, лишь рак есть? Вау. Прикол. Девятый левел, у меня уже десятый. Хуй. Блять, серьезно, лишь рак. То есть на нем был смолк, он нажал еще один. Пойдем уже на топе разведем. Не-не, пойдем на топе. Базу. О, кружку я заберу. Вашу центральную башню атакуют. Плюс статы. Так, ну что, Саша Кая или Аганим хуярю сразу? Я на самом деле, наверное, хуярю Аганим сразу. Если честно, вашу хочу Аганим сразу сделать. Потому что Аганим сейчас очень жестко зайдет. Нигилизм юзу и типа меня никто бить не может, а я, блядь, там всех ебу. Там маба меня бить будет явно руками, поэтому... Так, кто там снимает паузу? А, наш чел снял паузу, они даже не поставили ее, да? Правильно. Нахуй вам этот мипа нужен, блядь, ради него паузу держать с углы. Какой-то ебаный мипа. О, ебать. Тонко иди. Сколько же рун я шикарно поназабирал. Сколько же рун шикарных мне досталось? Ууу, не сосчитать. Аганим, возможно, потом БКБ, да, и уже потом, может быть, Сашу Каю. Но опять же, блядь, ну типа Саша Кая это хорошо против аппарата, но вообще против аппарата хорошо не попадать под Ice Blast. Против аппарата хорошо не попадать под Ice Blast. Вот это да, это хорошо против аппарата. Поэтому, скорее всего, Аганим БКБ... И, возможно, Шива даже. Против Мипаря тоже очень сильный артефакт. Там какая-нибудь Скади потом в перспективе на антимаге еще появится, и нормально. Это Vessel может кто-то купит. Вроде никто не планируется. Ну и ладно. Четко. Добавь. Да заткни ты уже свое ебало, мне вообще на тебя похуй, обезьяна ебаная. У
матери своей попингуй сын шлюхи. Все, заткни свое ебало. Ел, блядь. Там сетка будет, ты сдохнешь. Я бегу. Вашу верхнюю башню атакуют. Двойной урон. Вашу верхнюю башню атакуют. Почему ЛСная хуета так много разговаривает, я не понимаю. Тебе кто-то слово давал? Я нервный. Я не нервный, просто нахуй вышел все. Побегу, парни. Ну ладно, всех убили. Всех убили, я согоню. Так, я эту хуету мутаю, пожалуй. Вот тут вард. Тявкать. Это МПР АФК фармит, но при этом у него больше, чем у меня нет. Ну, наверное, поэтому, в общем-то, мипа сейчас и не в мете, да? Надеюсь, я успею в мид пролететь. Давайте, крипы, блядь, держите их. А я только не на крипа, пожалуйста, ТП. Тебя ударил. Я даже подождал, пока крип сдохнет, чтобы я был ТП на крипа. Блядь, ёбаная дота. Я знаю её. Вашу нижнюю башню атакуют. Вашу нижнюю башню атакуют. Возможно, стоит юлы себе купить вначале, а не сошукаю. Бля, либо БКБ, либо юлы, думаю. Думаю, плюс думаю. Если на меня просто будут вешать орчит, нажимать БКБ, ну такая себе история. Но с другой стороны, а чё? А чё нет, блядь? Но с другой стороны, а чё нет?
Пиздец, чел. Вот это забрать. О. Все-таки эта хуйня очень много дает. Бля, просто прикол в том, что БКБ меня может и похоронить. Я же нигилизм не смогу нажать нормально. Наверное, все-таки еулы буду делать, да? Ок. Ну, теперь уже, наверное, надо БКБ делать. Хотя, опять же, хуй знает, может быть, Шиву. Может быть, Шиву, Гост, Тараску. Мне вообще играть без БКБ. Зарил его. Нападет на тима губимого. Да, можем его уебать хоть сейчас. Гона папа. Стоим до базы. Я токсик, конечно, пиздец, но что могу поделать? Я играю в доту, блядь, с дотерами. Играю в доту с дотерами. Как я могу, блядь, быть не токсиком? Есть какая-то, блядь, информация. Как можно быть не токсиком с дотерами? Которые, блядь, разговаривать не умеют. Но я делаю то же самое, ровным счетом. Бейнс, блядь, разговаривает со мной, как будто я какая-то, не знаю, проститутка, блядь, дешманская. Вот. Какая-то дешманская проститутка, которую он заплатил, блядь, в два раза больше, чем она стоит. И, типа, я ему, пиздец, сейчас что-то должен. Че он так со мной разговаривает? Кто ему, блядь, дал это право? Ну, вот я ему, блядь, и отвечаю той же монетой. Приезжаешь на крипов? Ну, укрепит. Нет, хуйня. Что скажет? Я виноват? Я виноват? To a
Попинговал на меня еще такое, блядь. Я прилетел, самое что забавное, но я туда... Че, надо я туда идти? Не знаю, я думаю, вообще, может быть, тарашку себе купить нахуй. С этими, блядь, челами просто... Шука я куплю. Ваша верхняя башня разрушена. На, с теми ботами еще попробуй победить. Господи, ебаный рот, блядь. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Вашу нижнюю башню атакуют. Хорошо, вот это вот. Вашу нижнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Вашу центральную башню... Не знаю, я не уверен, что я мипаря могу в соло убить. Что, блять, он там начнет нахуй. У меня же дизейблов-то не так много, он там начнет сейчас крутить своими мипарями вправо-влево. Как королева, блять. Надо ждать, пока у АМ шмотки появятся. Делай скадин антимаги. Это контрит мипаря. И тебе даст жить. Понял, у меня антимага нет. Я все собираюсь делать. Буду урон качать. Мне нужен урон. Все, назад, я не успел. Блин, надо ванпост забрать на самом-то деле. Время ПКБ настало. Крипа, блядь, увёл. Сука. Говнюк с Solar Crest'ом. Сплитпусер. Ну, эта штука мне даст возможность сбить с себя Орчет, например. Хорошо. Ну, я не знаю, я по-прежнему, честно говоря, не хочу делать... Я, возможно, сделаю Тараску вначале. Не хочу делать БКБ, потому что я хочу сделать Этериал, ну, ГОС, Тараска, вот так вот, то, чтобы меня бить не могли руками. Потому что там руками, если будут бить, мне ничего не поможет. Thank you.
Я хуярю Тараску, короче. Тараску, потом Шиву, потом Гос. Ну, собственно, по этой причине мипаря я не беру, да, то что, блять, а чё у нас там? Может, крепит строение, полетит? Центральные казармы противника разрушены. Ну чё, найс. Это была, конечно, анальная разъёбка. Ой, книжечку сейчас соберу, как раз 25-й апну. Так, а что я хочу дальше? Тараску я купил, Шиву тогда теперь. И потом уже Гост. О, ботинок. Думаю. Ботинок как-то нормально. Просто усиление магии тоже. Ну, горошка. Надо по низу все вместе. Ебать, это чё вообще? Прикол. Це прикол чешо. Так, ладно, надо ваши продать нулик, купить хотя бы плиту. Help. Что мне диабол? Хули ты вообще туда прикололся? Я могу байбекнуться.
просто люблю тебя. Привет, Арен. Смотрел видос от Правомана про тебя. Это правда, что у тебя твой рейтинг на майне 3КММР? Не хотел бы развить свой канал до уровня Правомана? Ну вообще, не 3КММР. Не знаю, почему он решил, что 3КММР. Ну хотя, на тот момент я бывало, что играл на 3КММР. Вообще у меня, типа... Уровень игры это 9500, очевидно. Я не знаю, почему он не в курсе. Я не знаю, почему он не в курсе, но вообще у меня мейн 9500. Я думал, это все знают. Но сейчас вот на этом аккаунте... Сколько? На этом 4500. Ну ты видишь, что я тут ебу, блядь, ногами просто. Ну то есть это очевидно не мой рейтинг, да? То есть я просто сижу как бы... Вроде бы и мейн, а вроде бы и по фану катаю, потому что как бы, ну... Ебу как трактор. Ебу просто как трактор. Ну и чё, команда 3-7-2-4. Зато 43-23 счет. Да. Да, Мипарь, конечно, против Лишрака. Ну, я единственное, что боялся, это вот этого как раз-таки бурста через Хекс. Хекс, Айсбласт, и ты, как говорится, на члене, но Саша Кая решает. Саша Кая решает эти вопросы прям вот на ура. Типа, чувачок прыгает, хексит, я успеваю на себя по-любому нажать его. Ну, блядь, извините, у меня Тараска нахуй. У меня, блядь, Тараска. А представьте себе, я БКБ купил. Это был бы луз. Тут, на самом деле, очень сильно зарешал грамотный тембилд. Купи ты БКБ, на тебя прыгают, дают хекс, ты по-любому не успеваешь среагировать, нажать БКБ. Тебя убивают нахуй, ну, если у тебя не будет Сашикая. Если у тебя не будет Сашикая, тебя убивают. Если у тебя не будет Тараски, тебя убивают. А у меня не может быть и Тараска, и Сашикая, и БКБ, блядь, и все подряд. То есть у меня не было бы либо Тараски, либо Сашикая. Меня бы за Хекс, соответственно, убивали бы. А из Хекса, из Бласт.